персонаже Дага, о ностальгирующем критике. Ностальгирующий критик? О да, я помню этого парня. Я встретил его однажды на улице, когда искал людей, согласных поучаствовать в оргии на кладбище. Как ни странно, желающих оказалось не так уж и много. И так он подошел ко мне и кое-что спросил. Сказал, что ищет, где можно найти какого-нибудь любящего поразглагольствовать обо всем на свете чокнутого пьянчугу. Потому что, по всей видимости, люди в интернете обожают это. И я ответил, это очень хороший вопрос. Хотя чисто технически это был не вопрос, тем не менее, я указал ему на один бар, что был дальше по дороге. Значит, сижу я за стойкой, и заходит этот парень, ностальгирующий критик. Вы не будете показывать картинки? Не? Ну ладно. Итак, смотри сюда. Извините. Так вот, он заходит и говорит, что ищет какого-нибудь пьянчугу, которого мог бы показывать на своем интернет-сайте. В интернете, наверное, раз интернет-сайт. Это ведь логично. Ну ладно, и так он говорит, что ему нужен кто-нибудь, кто будет выставлять себя идиотом на камеру, потому что зрители это любят. Я говорю, ну вы можете, конечно, поискать здесь, но большинство историй, которые рассказывают местные посетители, скорее грустные, чем смешные, или хотя бы увлекательные. Так что говорю, если вы ищете кого-то вообще без башни, кто может быть очень смешным, хотя и малость грустным, чуть-чуть, но все равно смешным. Тут есть один попрошайничает у входа. Мистер Маккритик подошел ко мне, когда я перебирался из коробки от лапши в коробку от своего молока. И сказал, что ищет кого-нибудь интеллектуального и заумномыслящего. Ну и я сказал, спасибо за предложение, но о чем мне надо будет говорить? Он ответил о фильмах, и я решил немного подумать. Я думал целых 2 секунды! Я люблю говорить о фильмах, но еще больше я люблю там, где тепло! Но самое лучшее, он сказал, что будет платить мне. И платить будет целую кучу бабок! Я тут же понял, что он тот еще лжец. Это, разумеется, было вранье. Этим он мне понравился. Я слышал, что он не очень-то добр к этому бездомнику. Он лжец, настоящий дьявол! Наверное, не стоило их знакомить. Он говорил, что платит мне затрату кислорода, но чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что эта шутка слишком дешева. И затем он приходит обратно и спрашивает, не хочу ли я себе собственное шоу. И я сказал, что, как по мне, у меня самое, ну понимаете, не самое подходящее лицо для интернета. Но он на это заявил, да нет, сойдет. Знаешь, ты немного похож на меня, но не думаю, что кто-то заметит. Меня никогда не спрашивали, родственники ли мы, или почему мы так похожи. Ни разу. И уж, конечно, это не единственный вопрос, который я получаю снова и снова, каждый раз, когда заглядываю в ящик, из-за чего мне просто хочется взять и задушить этого подонка! Мистер Маккритик бывал очень убедителен. Он легко одурачивал меня и втягивал в разные приключения. Вроде поисков Некрономикона. А ведь одно это название пугает меня до усрачки. Простите. У него было не лучшее чувство стиля. Он словно решил вначале выглядеть профессионалом, но потом передумал. Многие могут помнить его как холодного, циничного, мрачного человека. Но как по мне, он был еще хуже. Полагаю, нужно отдать ему должное. Вероятно, если бы не он, я не смог бы рассказать вам все эти истории. У меня, с другой стороны, великолепное чувство стиля. Я снял всю эту одежду с трупа Хью Хефнера. И почему-то все эти персонажи никогда не догадываются, что не стоит мне все рассказывать. Разве они не знают об этом с этим? Не понимаю. И я знаю, о чем вы думаете. Хью Хефнер ведь не умер. Да, умер. При имени ностальгирующий критик мне всегда вспоминается чувство боли и онемения в причинном месте. На самом деле, вокруг расхаживает его зомби. Самое угнетающее, что я помню из этого разговора, он смерил взглядом Линка, сидевшего в углу, и спросил, «Как, по твоему мнению, он сам выглядел бы в зеленой юбке?» Я сказал, что ужасно. Вы действительно думаете, что человек, зарабатывающий на жизнь таким способом, смог бы в нашем мире умереть своей смертью, а не от рук завистников? Разумеется, нет. А потом эта ужасная идея стала ужасающей реальностью, образом, который никогда не изгладится из нашей памяти. Полагаю, я должен извиниться за это. Я женился на одном из его кроликов. О, нет, не на одной из тех привлекательных женщин, а на настоящем кролике. У него были настоящие кролики, почему это всех так шокирует? Просто взял и развел ноги, было видно абсолютно все.
Я до сих пор навещаю доктора. Больше всего в «Мистере Макритике» мне запомнилось то, как сильно он мне не нравился. Я и не знал, что способен так ненавидеть. Вообще, я помню еще одну странность. Он пришел снова и заказал особое ностальгирующего критика. И я спросил, что это за особое ностальгирующего критика? А он ответил, ну, знаешь, тот напиток, который почти целиком из алкоголя и запрещен практически везде, где есть живые люди. Я сказал, самогон, что ли? Он сказал, да. Помню, я сказал, что не буду работать с ним, пока не получу оплату. И тогда он сказал, что у него есть волшебный лунный напиток, который заставил меня передумать. Итак, ностальгирующий критик и этот бездомный, заправившись самогоном, зашли в бар. И зачем этому человеку вообще нужен самогон? Он и без того выглядит так, будто живет исключительно на нем, словно у него кровь уже стала прозрачной. Теперь я пью самогон вместо воды. Думаю, он уже вытеснил всю настоящую воду в моем теле. А если нет, то скоро вытеснет. Я знаю, мы должны говорить о ностальгирующем критике, но прошу прощения, мне интереснее говорить о Хью Хефнере. Последнее, что я помню, как он и бездомный качались на люстре, распевая утиные истории. Вы знаете, что его член буквально в смысле изюминка? Помню, мистер Макритик хотел вернуться в бар, когда мы прикончили самогон. Высушенный и все такое. Изюминка. Говорил, что хочет залезть на люстру и поиграть Донки Конга. Это было странно, потому что настоящий Донки Конг был там и вел себя гораздо приличнее. Я помню, как этот бомж пытался курить Пикачу. И я помню, как курил большой твинки с глазами. Больно было смотреть. И он все время повторял «Пикачу, Пикачу!» И я такой «Это игровой бизнес! Здесь везде евреи!» Хью Хефнер изнасиловал меня. И когда в той холодной тюремной камере, куда нас бросили, нами заинтересовались какие-то мужчины, критик любезно предложил им меня первым. Очень мило с его стороны. Ностальгирующий критик меня не насиловал. Это я ценю. Что-то мне подсказывает, что чем меньше я знаю об этом человеке, тем лучше. Полагаю, все, что я могу сказать о нем в конечном итоге... Да, он заслужил смерть, я надеюсь, что он горит в аду! Пожалуйста, не рассказывайте больше мне о нем. Перевод Рейни Эллиот. Озвучил Некрозор. Специально для канала Трио Толстяков. И загляните в нашу группу!